герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший... Кстати, Клыкач, умеешь Берсу снимать? Блять. Здесь правило с милизоны, я хотел вынести с меня здесь пять. Там чума не прикинется. Я проворожу вас насквозь, и вы засветитесь. Читаю на ману. А на мелких нету чумы? Рейндж набрали! Жованни, заебись на зиме стоять. Алиса, уйди с милизоны, блядь. Я не успел добежать, потому что хилил их. Их столько прохил.
Блядь, если что, спасите меня. Чулан, подойдешь. Я в ромбике. Не надо стан давай. Скринение. Дай чуть-чуть шаг вперед. Ну, за доме. Блять. Ух, как не успели попробовать. Влетел. Мы грузимся, дядя! Вот я с ним, блядь, согласен. Ща, хочу запись включить, подождите. Дайте резко спустить. Валька, Сара? Войт, просьба, теневую ловушку, анонсе второй, первую, чему проебываем секунды бега. Сначала чуму анонсе, если чума, потом только ловушку. Я просто сейчас анонсил сначала ловушку, потом чуму. Из-за этого просто некоторые люди, которые долбятся, блядь, и не смотрят в ДБМ, если у них он не вкачан. Так я же вынесла, блядь. Две чумы этот не вынесены были. Было видно по хилботу. Вынесло. Если бы Зидум с тобой не подбежал, то ты сдохла. Этот, как его, не. Ну, все равно, анонси лучше впервые чуму. С ловушкой, блядь, там времени достаточно, нахуй. Насяк. Обидно только одно, что не проверили с чуманом, блядь, могли спасаться. Дайте. Там, по мне лично, вроде хватало. Но я не видел, в какой момент тебя отпустило, я сдох, видишь? Меня не отпустило, когда уже оскорнение нахуй. Вот, я поэтому не успел высечь. Когда меня шиманом вынесло, блядь, прям под долларан нахуй. Там ни один вар не чаржнется, блядь. Чарж не выбежит. Блядь, не... Это, мастер, я тебе могу сказать, не знаю, как сейчас, но... У меня через раз вмешательством получалось, короче, отвалить. Зависит от того, как стоит человек, у которого да. Чаржится. Этот, и ребят. И зависит, кто это. От раз от вас зависит. Просят гогель-могеля уменьшение снять, потому что неудобно диспелить чуму. Если это возможно. На ком была первая чума? Потому что ее здесь спалили, смотрю, на мне два стака. Хочу выносить, опять ее здесь спалили.
Я на тебя не ставил, сейчас поставлю. И да, еще большая просьба к РДДшникам. Следите, блядь, за совой, за квадратиком, нахуй. Не надо убегать дальше ее. Это Войд, ромбик нельзя ставить, он на вальку кидается каждый раз. Я тебе луну поставлю тогда. Давайте приступов. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Да, Армс, охуел. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Вихрь на первом месте. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Каждый раз подхожу. Достаю, у меня рейндж вкачан, понимаешь, остальные могут не достать, поэтому сами двигайтесь. На танке, на танке. Досовой ушли быстро, РДДшники хилы. Видите, где квадрат стоит? Энч!
я стоял за спиной. А ты за спиной стоял, тебя убила сфера. Воспринять. Поздно сказал. Сквернень. Ломбик улетает в лужу. А что случилось? Вы что, полкомнаты разбегаетесь или что нахуй? Так, у нас еще только 23 тела было, ой, 22 тела было живо. Лок Вальки кричал, чтобы его не били. Раз 10 кричал. А что, кружок сейчас били только я и второй Рога, Миша? Скажите мне, пожалуйста. Ну, типа, разбили бы, не вайпнули.
А вы свои дафы не учились прожимать? Глазастика не успел прохилить пана, почти на ухо поблять. Хилил как мог, глазастика не успел. Есть. Я не понимаю, у фельдшера есть 2 этих топяток? Я тоже не понимаю, почему он так мало ДПС. На твинке где-то было, напиши в ГИИ. Ну... ДПС, в принципе, у нас хватает, на самом деле. А если бы не заливали вали, было. Которых не надо, блядь? Да, вот там лишние вальки, Лока разбили зачем-то, 2 раза, блядь, зачем? Он кричал, не бейте его, я смотрю, лупят все равно. Он в демоне побежал бить лича. Чего, взяла валька, что делать-то уже? Но он для этого и кричит в белый час, чтобы его не били. Так а зачем, правда, Локи стоит по центру? Демон форма, блядь. Войт, какую мне валю бить? Микстурка, вторую, на второй фазе прожимки держи на себя. Под этих, блядь. Так, камон, шерпиступ, ты ШП, ты должен мультидотать. Шерпистула тут нету. Ну да, нету. На этом трое появляется. Эрдрусова. Не знаю, спроси у него. А он другими людьми ходит, с нами нет, я не знаю. Говорит, что на работе, блядь. Как на работе, я не понимаю. Психолог. Кстати, ни разу эту сову не видел в рейде. Психолог. Какой-то сова. Это Рестор Феррал. Ну, Феррала, без разницы, я его все равно ни разу не видел. Говоришь, забил профи хард на этого, да? На БГ. Ну, так у него есть еще этот самый... Я знаю, что лично убит и все остальное. Ну это опять же по его словам. Где поддон и вальки у нас сливается 30 секунд максимум. 26-29. Шарпи, ты тратишь 6 секунд, чтобы сделать мультидот. Но ты в принципе можешь кидать одно прикосновение вампира, это 3 секунды. Вот чтобы сделать мультидот, 3 секунды. Все. Причем одну секунду вычитай на то, что ты... Повесишь всепожирающую чуму и слово тьмоболь на одну вальку и будешь спрайнить пыткой. Так я и спросил у Войда, какую цель мне бить пыткой? Печенье. Ну все, я понял, царь сказал, ты должен мыть доты, зачем ты спрашиваешь, какая цель? Сучка. Достойный ученик. Чем ты думаешь, мы занимались на вот на крайнем нашем трае, блять, и под нас кинуло еще, сука, скверней. Да. Да, более пола, посмотри сначала. Я да, нажал, кстати, Войд, меня на переходке убило, блядь, шаром, но перед этим меня продамажило, блядь, визгом души, когда я стоял у бомжа этого, блядь, за спиной. Ну, короче, стоять нужно ровно, походу, за спиной. Сбоку чуть-чуть нельзя стоять.
Я говорю, принял один раз, вот этот, который ты суммонил, нажал принять. А что-то ничего. И ничего. Кто-то был в этом инсте. Ну, без ханта тут хуёво будет, Войта. Мультадоты, нахуй, да. Их замедлять никто не будет. Просьба всем чеканутым, которые любят стоять в одной точке на платформе, рассоситесь нахрен, место там дохера, к протопалу просто не идите и все. Вас шары сейчас чуть не убили нахрен, если вы не заметили. МП5 по пристам дайте. Как было на прошлом тайме. Вы 5 по присту дайте. Нихуя ты не глазастик. Ну, мне хватит места нахуй для этого, для записи. Лол, я, короче, не могу тело покинуть. Я лечу и лечу и лечу. Значит, пизда тебя. Поэтому я не умираю на ловушке, чтобы не лететь обычно. Я жду, пока меня лич убьет. Ну, я ж правильный, надо Раэла слушать. А как ты летел аж до серебряного турнира? Я уж нажал релох, ну да ладно. Погоди, у него сейчас тело забагается, он в Долоране окажется. Нельзя кикать нахуй. Замечательно, ну сейчас будете ждать 10 минут, когда у меня маск спадет. Нет. Нет. Как его? Нет. Суммоним, начинаем бой на... Я не помню его, правда. Да, я в Долоране оказался, короче, здравствуйте. Надеемся, что я не духом там риснусь. Не знаю еще. Надеюсь, что труп с тобой там будет. Ой, там еще лаги сейчас будут ужасные, я по-любому завис. Я стоял, меня пиздили все и спокойно сдох. Учитывая, что... Потому что нельзя кикать рейда. А второе, вы дали... Он в Долоране. Да,
Значит, нельзя слушать, Вайда. Погоди, Войд, сколько у нас до берсы? 20 минут или сколько? А мне пишут 20 с чем-то. Да. Короче, все плохо, мне у ангела рисаться. Ну что, заебись? Я сейчас найду твой труп снизу, но погоди. СС, лучше сразу не кидать. Я уже эту маску принял. Лучше на переход кидать СС. Не, там, короче, Тём, ты не найдешь, потому что он под текстами очень-очень далеко. Я летел, наверное, пролетел ледяную корону. Войд, мне... Зачем? Тебя уже искать пошли. Да стопните, Флут, надо было начинать бой. Сдох бы, блядь, ловил бы ГП, все нормально. Идеальный план. Можно просто на один трай заменить кого-то с замены. Все, пиздец. Ну да, поменяйте меня, вон, и убьете сразу, держу в курсе. Он сам хочет просто курить, я его знаю. Ой, пойду на улицу курить. Ну пошел император курить на улице и пропал нахуй. Вышел в магазин за сигаретами. Ты достал, почему ты постоянно, что когда вот какое-то действие называешь, ты говоришь нахуй, зачем? Потому что император пошел нахуй. Чё, блядь, непонятно? А, ну тогда я спокоен. Да, блядь. Вот урон по первым валькам, к примеру, кому интересно. Среднего трая. Так, ну я с собой дискорд на всякий случай прихвачу. 280. Ну, 237. Мало, но. Так, вторые. Ну, здесь все почти 30 секунд у нас. 26, 29, 31 и 29. 30 секунд хватает в теории до края как раз. Вот третий, где еще за дом летел. Которого тоже слили зачем-то. Кстати, я риснулся и появился у ЦЛК. Прикольно. Да, а что ты думал? Все заебись. Боги благоволят мне. И четвертый. Царь. Да, мой сладкий. А пешочком из Долорана же можно попасть целка в духе. Чё? Ну ты резнулся в духе. А, ты хочешь, чтобы я с Кулуаки спрыгнул и пешком до целка пошел, да? Да, причем нельзя сразу попасть из Долорана в целка. Это нужно в грозовую гряду, оттуда налево и потом вниз до целка. Это, как бы, понимаешь, мне кажется, это вышло даже бы дольше, чем ждать, пока у меня маска спадет. Короче, 7 минут у меня еще маски будут.
Войд здесь. Дома. Чего ты хотел-то? Стами, давай поменяем. Пойдем, иди и покажу. Че? Ну вот у нас сейчас проблема типа РДД, лужа там, протопал, все вместе, чтобы еще лича привили, да? Получается, под конец. Ну. Можно сделать. Доходим примерно до сюда. Примерно. Протопал сваливает примерно на наше место. Ну, вот так вот, да? А мы на место протопала. Мы не мешаем протопалу, не мешаем микстурке и также идем вместо протопала. Смотри, вот. Смотри, чулан, что может быть в это время. Когда он будет переводить так, блядь, трэш, то чума может перекинуться на РДДшника. Это понятно. Ну, в смысле, делать это нормально. Не прям, типа, о, бегом все побежали. Протопал не спокойно суть, отводит, да. Смотрит шаркарей. Тут с лопасос другая проблема. Ты видел, как у нас выносили сейчас метки? Кто-то пробегает дальше. Не, я, у меня проблемы сейчас не было. Я могу так сделать даже в солян. Ты видишь, когда вместе вот здесь, вот, я вот сейчас прыгаю, видишь? Вот тут вот две метки были чисто рядом. То есть один кружок, второй кружок. Ну, они стоят воду, метр вокруг меня, понимаешь? Стоят человек 8 если во мне, остальные вот метр вокруг меня. Если, блядь, научиться... А могу пытаться накладывать, но там было пару раз моментов, когда люди стояли чуть правее меня, и там миллиметры до лужи. Прям у них миллиметры были. Поэтому я стараюсь хотя бы метр от лужи стоять. Ну, про край... Сейчас они зацепят, видишь, и мы все полетим. Если, как его, будут все стоять в тебе, будет с лужами нормально все. Ну, давайте убьем эту ебаную хуйню, нам уже надо, блядь, траить резку. Может кайтить лужи? Умеет кто-нибудь? Не? Кроме меня кто-нибудь умеет кайтить эту фигню лужи, делать? Это в смысле, блядь, выносить подальше от рейда? Ну, смотри, один РДД стоит, где я, за протопалом. Если на него лужа, он подошел, он на себя, остальные все стоят. Ну, ты понял. Он вот здесь примерно идет, вот отсюда. А сейчас начнут все, блядь, начинаем. Отбегайте на всех лужах. Да ну нахуй. Ну нет, так можно делать. На самом деле, рейд стоит на месте. Давайте там... Там относительно примерно 2 РДД стоят и делают это ух, чтобы им и чуму вынести, и лужу лишнюю забрать. Ну это я так. Заходите. Хватает, как делают. Блять, у меня еще чайник не закипел, ёбаный. Заходите, ждите еще 3 минуты, пока с меня маска слетит. Меньше. Не надо пиздить. У меня 2 минуты висит. Ну как раз, когда пыльнем будет, маска слетит. Вы что, под сопротами бьете, ёбаный? Так, атлас далеко не поднимется. Ну, разве что на трэше, блядь, может быть. Атлас, ну, столько же, сколько клыкач на дамаж, держу в курсе. Нет, он за счет первой фазы поднимется выше, я тебе могу посмотреть. Я только не знаю, зачем клыкачу токены отдавали. Ну, хотел, получал, блядь. Открывать не может, но это уже его проблема. Он может открывать, он ждет последний токен. Долго будешь ждать. Молодец, однако. Миша, про заходи. Да вон он зашел уже, Миша. Куда? В этот самый, в мир. Нет. У меня пишет, что зашел. А, задумал.
Я могу попробовать первую словить Валькуна. Это рандомная фигня, ребята. Я знаю. Надо, у меня через раз получалось. Да, попасть. Если там будет охренительный выступ, какие бы здесь бывает в определенных местах, то да, можно словить. Вот как типа, где Ладно. Я сейчас бегу, вот здесь. Вот здесь. Смотри, вот. Чувак стоял вот здесь вот, примерно. Я к нему делал вмешательство. И я вместо того, чтобы чарджиться к нему, ударялся о край Потому платформы. Что там нельзя стоять. Надо стоять вот тут. И спиной. На, ближе, да. Все зашли. Я когда 25 обычки пробовал один раз, возвращался, блин. Сейчас не знаю, пофиксили или нет. В пике Блиндерс возвращались. Все оно. Вот, а это уже другой вопрос состоит в том, есть ли смысл их не выбивать. Если Валька близко летит, ее можно убить, тогда лучше выбивать. Если далеко, тогда оставляем ее и все. Потому что это потеря ДПСа все равно будет, пока он будет лететь. Ну, то есть, ты возьми в таргет вара, посмотри на его кружок. Этот кружок в нижний должен влезть между тобой и концом платформы. Вот возвращается. Оп, вернулся, блядь. Ну, понятно. Ну, в смысле, это работает. В любом случае. Но там расстояние вальки и уступ должен быть. Если будет короткий уступ, он не вернется. Сам понимаешь, будет. Ну и плюс, валька же выше летит, чем вы спрыгиваете просто. Да, шейпер прибежит, побежит. Ты что, тело покинул? Ну там не единичка, а какой-то... Мне нужна цель. Баффа, дайте поварим. Да, в альках можно менять стойки. Когда летишь, можно это делать. Прям в полете. Лапа приснилась. На циркуле нельзя было, тут можно. Флаг. А, у нас Шредера нет. X1 я менял стойку на циркуле. У Медвея качан этот кулак. Медвей, дай кулак поварам. Алиса, каску поварам. Медвей, кулак поварам. Алиса, каски бафы. Я рождан. Да вон. Можете? Тём, дай кулак рогам, да. Пожалуйста. Бля, сейчас перебафаю, погодите вы нахуй. Три, у меня всего два бафа. Подожди, блять, ребафаю, сука. Его чума убил.
Не, проанонсил, чему уже был. Распакли чему. Нет. Проведи, не встаем. У чулана талант вкачан. У тебя демон сдох, конечно, мало. Бафа нету. Три процента. Я в Дестер вообще. Бенч. Да. Ау. Ауру. Ауру на фронте здесь не стоит. Сфера, алло. Что случилось-то? Пан получил место вагон. Чё вы лезете под эту морду этого долбанного духа? Чё вы там делаете? Я не понимаю. Дневного можно доставать чуть ли не с 5 метров миликом. Че в упор встали к нему? А здесь сказки по всем. Варлоки, у кого-то из вас есть демон спек? Потому что походу у нас 2 варлока, а не 3. Сейчас третьего. Все 3 дестра. Ну, я не знаю, указан был этот демон, но он такой решил, дай-ка я в дестрика пойду. Пан, меня точно так же убило, как и тебя, хотя я стоял вот буквально там чуть-чуть правее, чем спина. Нужно стоять. Значит, у него ор идет кливом большим. Значит, четко за спиной стойте. На макс рейнже его пытаться бить. А, да. Даже если бы он не сдох от чумы, его ловушкой бы выкинуло. Войт, а за... Ой, назад, так скажу. Это даже повезло, что он не сдиспелил. Потому что если бы он не сдиспелил бы, то улетел бы и Лох, и Сомалийский, нахуй. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться.
там так стоял, что ему не было вариантов. Он не успел. Он просто либо... разрешается, с него диспелят. Все. Значит, зад виноват. В меня, ну вот вы левее стоите, кинется туда, нам справа бежать лишние 2 метра, ребята, РДДшники хилы, ну харе слева стоять, а? Это можно уложить. Что, блядь, случилось? Ну, бедум, да. Чем вы в ловушку зашли, уроды, блядь? Будет маска, будете сидеть ждать, дебилы. Просто не кикайте никого с рейда, вы долетите до конца. И все нормально, я могу покинуть тело. Ну тогда баг просто был и все. Как по-английски будет покинуть тело, она? MB drop body или как-то так. Как мне нравится вот этот вот рандом, 3 разных человека чума кидается, и он ее не выносит, это просто великолепно. Да, разбегаю, починю, что ли. Да. И что, я видел, с него чуму задиспелили, он начинает бежать потом обратно. Потом второй раз опять не убежал, опять задиспелили, начала на чума. Чулан, короче, побежал выносить, но у него тоже задиспелили, потому что уж по рейду. Короче, все было очень плохо, и я смотрел такой, господи, за что... Я не понимаю, как Дэс можно вообще ауешить вордалаков? Разве у Дэс это есть? А, 104 они летят, да? Да все, успокойся, добери одного уншреддера и пошли потраим. Блядь, никого не слушайте, на. Я доберу, блядь, если этого уёбища не хочет.
Дайте люди. Да, нахуй. Ты, блядь, сразу, нахуй, страдаешь какой-то хуйней, Войд, блядь.